В Южной Корее рост популярности автокинотеатров. В Сеуле многие парки и площади превратились в парковки для зрителей. Корейцев привлекают не столько сами фильмы, сколько возможность хоть как-нибудь провести время за пределами квартиры. Билеты можно купить онлайн. У посетителей, естественно, проверяют температуру. Сейчас в настоящий кинотеатр не попасть, а так можно провести досуг со всей семьей. Просмотр фильма под открытым небом очень успокаивает. Южная Корея не единственная страна, где автокинотеатры переживают взлет. На фоне пандемии их число стремительно растет и на родине, в США, и даже в тех странах, где подобные развлечения считались экзотическими, например, в России. Оборудовать площадку под открытым небом гораздо проще, чем закрытый кинозал, а самое главное, зрители сидят в машинах и заразить друг друга не могут. Власти Сеула даже готовы продлить работу автокинотеатров еще на неделю, хотя сезон уже заканчивается. Смотреть фильмы под открытым небом можно только в темноте, а весной солнце заходит с каждым днем все позже.